Сегодня вяжем секционный ажурный узор спицами. Два цвета пряжи, намекающие на летнее настроение. Переходим к мастер-классу. Все внимание на экран. Начинаю первый ряд раппорта. Кромочная петля, сиреневая пряжа. Все петли провязываю лицевыми с дополнительным накидом внутри для того, чтобы в следующем ряду была сформирована длинная петля. Второй ряд раппорта. Кромочная петля. Далее раскручиваю накиды в первых двух петлях. При этом первая петля остается за работой. Вторая петля перед работой. Производим скрещивание, и каждую из петель я провязываю изнаночной. Еще раз повторю, две петли раскручиваю в них накиды и скрещиваю между собой так, чтобы первая петля осталась за работой, а вторая петля перед работой. Это второй ряд. Третий ряд раппорта. Перехожу на желтую пряжу. Снимаю кромочную, далее завожу спицу за первую петлю по ходу вязания, вытягиваю нить и провязываю две петли вместе, лицевой за задние стенки. Повторю еще раз, завожу спицу за первую петлю по ходу вязания, вытягиваю нить и две петли провязываю вместе, лицевой за задние стенки. Четвертый ряд раппорта. Все петли будут изнаночные. Пятый ряд раппорта. Все петли лицевые. Шестой ряд раппорта. Все петли изнаночные. Седьмой ряд раппорта. Кромочная. Две петли провязываю вместе лицевой за задние стенки и делаю накид. Повторяю. Две петли вместе лицевой за задние стенки и накид. И заключительный восьмой ряд. Все петли провязываю полностью изнаночными, в том числе и накиды. На этом, друзья, я завершаю мастер-класс. Обязательно сохраняйте данный ролик в своей копилке. От вас лайки, позитивные комментарии. Я всем желаю отличного настроения. Всем пока!